Магазин закрыт, здрасте. Не работает. Все закрылись. Да. 2 часа дня, суббота. Двери магазина крупной сети Леруа Мерлен закрыты. Красноярцы в недоумении рассказывают, были уверены. В том, что строительный магазин продолжит работу, такую информацию некоторые получили из интернета и от знакомых. Сами удивились, хотя и знали об указе губернатора Красноярского края, который прямо запрещает работу многих объектов, в том числе и непродуктовых магазинов. Я вчера список получил. Сегодня у меня была запланирована поездка в магазин Леруа для того, чтобы купить необходимую мне вещь. Я мог это сделать вчера, в принципе, он работал. Я был очень удивлен, что в планете он до 11 часов работал, а после 11 он закрылся. Действительно, несмотря на то, что крупная французская сеть сегодня утром открыла свои двери для посетителей, информация о том, что им указ, не указ, и торговые точки работают, поступила специальной комиссии, которая контролирует исполнение распоряжения губернатора. Беспечных покупателей пришлось прямо выводить на улицу, а руководству выдали предписание. Возможно, мы предполагаем, что кто-то не знал. Хотя, собственно говоря, руководители подобного рода торговых объектов обязаны все же следить за ситуацией. Карантин введен вчера, и поэтому просто Франция еще не успела среагировать, видимо, на указ губернатора. Мы беспокоимся за наших граждан. Мы очень бы хотели, чтобы все мы были здоровы. А соблюдение требований, которые определены в указе губернатора, это как раз тот самый перечень действий, которые нам необходимо осуществить. С сегодняшнего дня, чтобы не допустить распространения вируса, пришлось на время закрыть и торговые, развлекательные, фитнес-центры, салоны красоты, непродовольственные магазины и все точки общепита. Многие отнеслись ответственно, закрылись вообще или работают онлайн. Мы понимаем всю ответственность момента и выполняем указания президента и губернатора Красноярского края. Я и мой коллектив находимся сейчас дома. Главное, хочу пожелать всем без паники и хорошего настроения. У нас с мужем небольшой семейный бизнес. Это ногтевая студия и кабинет массажа. Мы заботимся о своих клиентах. Все записи отменили, перенесли. И желаем вам всем здоровья, берегите себя, своих близких. Отнестись серьезно к вынужденным мерам, прописанным в указе губернатора, сейчас жизненно необходимо. И самое главное, чтобы мы с вами, все жители края, почувствовали ответственность хотя бы за себя и отложили на время все дела. Они от нас не уйдут, здоровье дороже. Диана Хатяшвили, Денис Тимошенко, Максим Галат, Енисей. Новости.